5 июля прошло награждение иностранных выпускников Музея истории в главном здании Казанского университета. В этом году выпускниками подготовительного факультета стали 1143 человека. Это честь и для нас, и для вас находиться в этих стенах. Я уверен, что вы с гордостью будете носить имя выпускника Казанского федерального университета и делать максимум для того, чтобы развивать страну, в которую вы вернетесь, свою родину, для того, чтобы прославлять свою семью и одновременно прославлять имя Казанского федерального университета. Студенты отметили, что учиться было непросто, но интересно. Ребята проявили себя в социальной, культурной, образовательной, научной сферах. В дальнейшем некоторые выпускники планируют продолжать учебу в КФУ, а некоторые уедут к себе на родину и там продолжат свое обучение. Мне очень понравилось учиться здесь, в КФУ. Мне очень понравилось. Я знакомила многие друзей, одногруппники, и мне очень понравилось. И также мне понравилось мероприятие, которое было в КФУ, как, например, День Африки, который я показала культуру из Мозамбика, и как, например, танец, наши блюда, наша традиционная одежда. Ассоциация иностранных студентов возобновляет свою работу с сентября текущего года. Казанский федеральный университет активно поддерживает иностранных студентов. Телефоны для справок абитуриентам вы можете видеть у себя на экране. Тагмина Мадатова, Александр Фирсов, Универньюз.